Makita 9910. Ленточная шлифовальная машина с мощным двигателем. Инструмент от компании Makita поставляется в фирменной картонной коробке и комплектуется шлифовальной лентой, пылесборником, а также пользовательской документацией с гарантийным талоном. Ленточная шлифмашина выполнена в корпусе из прочного пластика, узнаваемой зеленой расцветки и весит чуть менее 3 кг. С тыльной стороны рукояти выведен кабель питания для подключения к бытовой электросети на 220 вольт. На самой рукояти расположился курок включения машины и кнопка блокировки. Снизу на корпусе находится винт регулировки направляющего ролика для достижения соосности шлифовальной ленты, а слева вынесен клапан пылевыпускного отверстия для крепления комплектного пылесборника. Мощность устройства составляет 650 Вт. Длина ленты равна 457 мм, а скорость ее вращения достигает 270 метров в минуту на холостом ходу. Что в итоге? Makita 9910 пригодится для шлифования различных материалов, а также для зачистки поверхности от краски, лака и ржавчины. Это компактный, удобный и надежный инструмент для зачистных работ бытового типа.